когда я начинал свой канал, я бросил пару видосов для новичков, для совсем новичков. Я хотел объяснить, что чтобы начать, нужно взять обыкновенный шрифт с интернета, подобрать буквы под свой ник и срисовать их. Срисовать их на бумагу, отточить их и бросаться на стену. Я посчитал, что нет смысла сразу покупать дорогие баллоны, что стоит показать молодым, что берешь просто баллон по бюджету, подешевле и идешь, точишь свое мастерство на стене. Так как я хотел так показать молодым, что вот научился на скетче делать, иди учись рисовать на стене, потому что я считаю, что граффити это не скетч все-таки, это стена. Возьми самый дешевый баллон. Я тогда взял самый дешевый, по-моему, за 130 рублей какую-то эмаль нашел. И иди тренируй свое мастерство на стене. Показал там, какие ошибки в основном на стене возникают. Ну и вроде как делай, вроде как работай. Но что тут началось у меня в комментах? Мне казалось, что где-то на другой стороне планеты сидит такой малолетний полупокер, который дофига знает граффити, который в нем жестко как разобрался. И этот полупокер, бомбя своим пуканчиком, жестко долбит по клавиатуре свой негатив. Выглядело, мне кажется, это примерно вот так. Ты чикарь! Граффити должна быть нарисована граффити краской! В следующем своем видосе я хотел объяснить, как двигаться дальше. То есть, если у тебя получилось рисовать какие-то байты, я объяснил, как из такого стандартного шрифта, который выкладывают в интернете, вот алфавиты, сделать свой шрифт, как его доработать и избавиться таким образом от байта. То есть, никто не назвал тебя байтером, то есть, ты делаешь следующий шаг, ты продолжаешь работать на стене, и только-только у тебя начало появляться что-то на скетчах, ты переходишь на стену. И опять же, я посоветовал не брать дорогую краску, опять же, все равно еще потренироваться на простенькой эмалечке. А что тут началось в комментариях? Тут началось еще более яростное такое бомбилово. Ты только стену испортил! Я же тебе сказал, рисуй граффити, граффити краской! На самом деле это немножко било по моей самооценке. Мне казалось, что я делаю что-то не так. Но тем не менее я продолжу гнуть эту линию и продолжаю гнуть ее и сейчас. Хотя после вот всех вот этих комментов, после всех вот этих атак, я должен был бы сломаться и начать рисовать только граффити краской. Ха-ха, обламинго! Сегодня мы будем рисовать двумя дешманскими баллонами и докажем всяким полупокерам, что можно сделать дельный кусок всего двумя баллонами эмали. Понеслась! Привет. Привет. Дай мне два баллона.
Ну вот что у нас вышло. Если честно, я не совсем до конца сам верю, что получится прям. Ну и получилось не прям бомбезно, но в принципе и скетч сам по себе не супер бомбезный. На инопланетяне у меня не хватило краски. Да, там есть подтеки. Да, белый цвет, он довольно-таки бледный получился. Но это все так себе аргументы. Так что, пацаны, я еще раз повторюсь. Граффити больше важны ваши руки, а не инструменты, которыми вы пользуетесь. Тогда хоть кисточкой рисуйте. Если умеете рисовать, вы сделаете тему. Ну и я думаю, наш эксперимент удался. Можно все-таки сделать кусок неплохой двумя дешевыми баллонами. Мир моим подписчикам. Увидимся в следующей серии.